Всем привет! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне. Меня зовут Катя, и я снимаю сегодня второй отчет в моем проекте трехмесячный Project Pen «Использовать и выбросить за 3 месяца». Я делаю свои проекты всегда по 3 месяца и беру 15 продуктов. Выбираю по-разному. Обычно это какие-то 5, скажем так, продуктов почти целых, 5, которые заканчиваются, ну, и иногда попадают в категорию те, которые никогда не использую, чтобы как-то была ротация косметики. И давайте тогда посмотрим. Прошел немножко чуть больше месяца, но как раз у меня примерно так получается, что я вот сегодня 30-е, и что следующий месяц будет последним. Как раз я к Новому году закончу этот проект. И снова у меня 15 продуктов. Начну с этой палетки. Наташа Динона, конечно, не было цели ее закончить, но была цель хорошо поиспользовать. И в этом месяце я использовала, наверное, в основном сияющие оттенки. Может быть, раз 5 тоже использовала матовые, но каждый день я использую либо вот этот оттенок в уголки глаз и на серединку, либо вот этот 2. Они мне очень нравятся. Очень красиво, деликатно сияют. Ну и, наверное, тоже больше всего использовала вот этот, этот и этот. Вот эти мои в этой палетке вообще самые любимчики. А вот, очень мне нравится. Я, если честно, так, ну, минимально, но в дневном макияже тоже их использую. Из матовых мне очень нравится сочетание вот этого оттенка, он такой теплый, и вот этого, и потом сверху какие-то сияшки. Это чаще всего я такой делаю макияж, но тут по сравнению с первым отчетом не такой уж и большой результат, но тем не менее все равно какое-то продвижение есть. Так, ну и оставшиеся продукты тоже сразу же уберу тот, который у меня закончился еще при первом отчете. Это для губ блеск увеличивающий от Dior, у меня был в оттенке 013, так что его тоже сразу убираем и посмотрим, как в этот раз продвигалось дело мое. Начну с того, что где самые худшие результаты. И это снова лак. Не использовала в этом месяце даже вообще ни одного раза. Хотя он очень красивый. И несмотря на то, что он у меня давно, он также остался таким же приятным. Не поменял свою консистенцию. Но в этот месяц я его ни разу не использовала. Тушь. В этом месяце тоже использовала не ежедневно, а может быть недели 2 только. Потому что мне ее, эту тушь, немножко тяжелее смывать. Использовала другую, но эту тоже говорю, что недели 2 использовала, так что все равно результат есть. Совсем мало использовала вот этот от Dolce & Gabbana карандаш в 15 оттенке, несмотря на то, что он очень красивый. Но утром как-то я не совсем успеваю такой полный макияж делать. Мне он очень нравится. Но, может быть, я специально как-то в этом месяце на него подналягу. Это как раз вот из тех продуктов, которые лежат, которые редко используешь. Берешь в проект с надеждой, что будешь использовать чаще. Но если с другими какими-то это получилось, то с этим карандашом нет. Покажу тоже, где такой средний результат. Это японские тени от Bijou de Mer. Ну, у них такая интересная консистенция. Тут я использовала 2 или 3 раза вот этот оттенок. Они такие как бы гелевые. И если вот сейчас я сразу набираю, то кажется, что яркий цвет. Но они потом очень быстро из-за своей такой вот структуры, как гелевой, очень быстро они навеки незаметными становятся. И, конечно же, у меня на моих веках тоже попадают в складку. Поэтому не часто использовала, но несколько раз. С вот этими помадами тоже эту красную использую практически каждый день. Но тут трудно увидеть тоже какой-то результат. Но я ее не наношу, как я говорила, полностью вот так вот густо. Я просто наношу чуть-чуть, распределяю, чтобы был такой розовый оттенок на губах, и потом блеском каким-то закрываю. А вот так прямо, несмотря на то, что красивый оттенок, но, конечно, каждый день я так не использую. Вот этот блеск тоже Dior, который мне не очень нравится, но я хочу закончить. Я его ношу все время в сумке, и в течение рабочего дня, может, 2-3 раза так тонким тоже совсем слоем наношу, распределяю просто как такое увлажнение для губ.
Так что здесь тоже по упаковке очень трудно увидеть результат, но тем не менее, вот я говорю, что ничего здесь не видно, но эти два продукта я практически каждый день использую. Так, тоже у меня неплохой результат с этим карандашом. Как-то раньше я его не оценила, вот он мультифункциональный. Тут очень хороший оттенок, он и для бровей, и для губ. У меня сейчас для бровей идет. Я его использовала от начала проекта, не замерила в сантиметрах, но по фотографии будет видно, что вся эта вот такая, наверное, часть с названием, она ушла. Тоже его использую каждый день. Вот этот Amuse, это такая основа тоже с защитой от солнца, 30+, я не каждый день наношу по выходным, когда тон не использую. Она после тоника, после тонера сразу наношу, потому что она красиво и немножко такой придает лицу однородный оттенок и в то же время увлажняет. Но я говорю, что я только потом пудрой тоже немножко сверху наношу, только по выходным, но я думаю, что я даже, наверное, к концу проекта и закончу его, этот продукт. Так, дальше. Хайлайтер. Несмотря на сломанную коробочку, которая меня раздражает, тем не менее я его использую. И здесь результат использую тоже каждый день. Конечно, это тонкий, какой-то тонкий слой. Сейчас найду, если эту кисть, которую использую, покажу. Вот, натуральной тоже кистью просто беру. Сколько-то вот так набираю, ну и наношу. В основном, конечно, на скулы так немножко полирую и, ну, прохожусь потом уже, что остается на кисти, чуть-чуть нос, лоб и подбородок, ну совсем чуть-чуть. Но, тем не менее, все равно есть немножко продвижения от начала проекта. Очень мне хотелось бы его использовать. И, как я уже говорила в прошлом видео, очень жаль, что за качество люкс вот такая упаковка неудачная. Платишь много, но получаешь такую упаковку. Так, с этим вот кушаном результат я, наверное, раза три его использовала. Мне очень нравится, как он смотрится на лице, но поскольку у меня кожа все-таки жирноватая, то он красиво на мне смотрится очень в первый какой-то час, потому что он так сияет, но умеренно. Я тоже это припудриваю. Особенно, когда кожа подготовлена, хорошо увлажнена, если нигде нет никаких шелушинок, этот кушан корейский просто идеально ложится. Его на самом деле не так уж и много осталось. И я в последние разы, когда его наносила, я прямо немножко так выдавливала из этой губки и наносила не родной этой пуховкой, этой такой штучкой, а просто спонтом наносила. И он такой, говорю, дает умеренное сияние, такое среднее покрытие, и очень мне нравится, как смотрится на лице. Ну, просто мне немножко проблематично его наносить, но я в этом месяце его уже закончу. Ну и что тут у нас осталось? Остались самые хорошие результаты. И в этот отчет у меня один продукт тоже закончился полностью. Это тон, этот Герлен. Там уже все по краям, то, что в конце, все, что возможно, я такой железной лопаточкой вытаскивала. Это в оттенке был 1N. Тоже хорошо у него такое среднее покрытие. Хорошо, красиво ложился. Ну, может быть, немножко аромат у него такой рисковатый. Но в целом вот у меня за этот месяц один законченный продукт. Ну и еще два продукта с самыми наилучшими, на мой взгляд, результатами. Это от Tom Ford, такое дуо румяна. И я использую в основном вот эту часть как бронзер. Эти румяна тоже использую. И я, к сожалению, забыла после первого отчета сделать фото, но вставлю здесь тоже ссылку на видео в правом углу. Можно будет посмотреть. Я думаю, что мне тоже этот как эту часть, как бронзер, удастся закончить к концу проекта. Так что здесь, я считаю, очень хороший результат. Я не знаю, мне кажется, это, может быть, даже была какая-то лимитка, потому что я потом не видела в Сефоре именно эту. И вот эта пудра, на удивление, она, как я выяснила, очень-очень бюджетная. Но для меня это как раз и парадокс. Вообще то, что как бы китайской косметикой я обычно не пользуюсь, но тут решила попробовать. И то, что она очень бюджетная, но на лице она себя ведет не хуже, чем какая-то более дорогая пудра. И дочка тоже моя попробовала. И смотрите, какой у меня результат.
Вот за этот месяц я дошла до донышка. Не знаю, удастся ли закончить мне всю, но она такая, говорю, что очень приятная. И красиво тоже на тон ложится, не утяжеляет лицо, не западает там как-то в морщинки. Очень неплохо так закрепляет макияж тоже и красиво смотрится. Вот такие у меня результаты ко второму отчету. Не знаю, как у меня, что удастся еще закончить, но я думаю, что все-таки вот, может быть, этот бронзер и, возможно, может быть, тоже вот этот продукт. И потом уже там конец будет декабря, и я буду смотреть пустые банки. Моя коллекция, конечно, косметики в этом году очень уменьшилась, потому что я гораздо меньше покупала. И тоже, когда буду делать инвентаризацию, я думаю, по сравнению с прошлым годом, это будет гораздо меньше продуктов. Но, тем не менее, мне хочется все использовать то, что есть, потому что в основном это у меня люкс. И сейчас я не, ну, практически, ну, покупаю, конечно, что-то, но очень редко, даже не каждый месяц. Так что вот, спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. До новых встреч. Пока-пока.